Даша, сегодня хочу показать, как сделать самокат для куколок. Итак, нам для этого понадобится инструменты. Потом еще нам понадобятся болтики. Большие и чуть поменьше. С гаечками. Нам понадобится также 4 шайбы. 4 крышечки от сока. Еще нам понадобятся различные бусинки. Они у нас средние, а другие маленькие. Как вы видите. Еще нам понадобится шпажка для мяса. Клей пистолет или другой сильный клей. И самоклеющаяся бумага. Еще нам понадобится такая железная палочка. Это можно ее взять от железного конструктора. И еще ее можно взять из крепления от гипсокартона. И еще нам также понадобится плотный картон. Ну что ж, давайте приступим. Сначала мы начнем делать наши колеса. Для этого мы берем наши крышечки от сока и шило. И просим взрослых, чтобы они нам продырявили там дырочку. Я их была уже заранее попросила, и мне их были уже сделали. И я туда наклеила бусинку, для того, чтобы наши колеса могли ровно крутиться. Итак, мы делаем все 4 колеса. Ну и давайте уже приступим к сборке нашего самоката. Теперь мы берем наши бусинки и склеиваем их двое. И приклеиваем их таким образом. Одни мы приклеиваем вертикально, а другую пару мы приклеиваем горизонтально. И такая запчасть от руля у нас должна получиться. Теперь мы берем картон и вырезаем размером 15 сантиметров на 3 сантиметра. И чуть-чуть возле этой стороны чуть-чуть срезаем, чтобы у вас получилась такая форма. Мы вырезаем такие две штучки картонки, склеиваем вдвое и обклеиваем бумагой. Я сейчас склею и обклею. Так я обклеила и склеила, и так у меня получилось. Это основная часть нашего самоката. Теперь мы будем устанавливать наш руль и колеса. Теперь мы берем нашу крестовину, которую мы делали, и берем шпажку для мяса. Наливаем сюда клея между бусинками и вставляем туда нашу шпажку. Чуть-чуть придерживаем и приклеиваем. Я сейчас приклею. Вот я приклеила. И теперь мы будем делать наши колеса. Мы берем нашу шайбочку и длинный болтик. Мы шайбу одеваем на болтик, а потом мы просовываем колесо и всовываем сюда. И прикручиваем сверху гаечку с этой стороны. Одеваем также колесо. И одеваем шайбу. И чтобы это все держалось, мы прикручиваем гайкой. Вот я же прикрутила наши колеса. И здесь я капнула капельку клея, чтобы не вылетала гаечка. И теперь мы будем делать наши остальные колеса. Теперь мы берем уже маленький болтик и надеваем на него также шайбу и продеваем его. И чтобы оно не раскручивалось, мы сзади закручиваем гаечку. Таким образом у вас должно получиться, и мы делаем точно такое же второе колесо. Вот я уже сделала два колеса,
и мы переворачиваем наш самокат. И там, где у нас дно, приклеиваем наши болты, не затрагивая гаечек. И приклеиваем. Вот я уже приклеила наши колеса, и они могут так крутиться. Теперь мы берем нашу железную пластинку и делаем ее полукругом. Примерно сгинаем таким образом. Теперь мы нашу неизогнутую часть приклеиваем к днищу нашего самоката. Это мы сделали для того, чтобы вставить туда нашу шпажку. Наш руль. И у нас могут при этом так крутиться колеса. Поворачиваю. Я сейчас переклею. Вот я уже приклеила нашу железную пластинку и насадила на нашу шпажку бусинки. Я уже померила по росту моей куколки. И мне как раз хватит столько. Теперь мы отрезаем нашу шпажку, нашу ненужную, и заливаем верхнюю бусинку вместе со шпажкой. Вот я уже отрезала и приклеила главную бусинку. И теперь у меня не будут выпадать наши бусинки. И оно у нас будет так крутиться. Теперь мы берем также шпажку для мяса и нанизываем туда уже маленькие бусинки. С одной стороны также мы капаем клей, чтобы наши бусинки не вылетали. А с другой стороны мы отрезаем нашу лишнюю шпажку, если она есть. И также заливаем клеем. А после этого мы приклеиваем посерединке нашу ручку. Вот я уже приклеила наш руль. И еще я для красоты приклеила такие висячки. Теперь мы будем делать, я решила сделать для наших колес задних крылья. Для этого нам понадобится 2 листа картона размерами 4 сантиметра на 1 сантиметр. Потом также 2 листа картона размерами внизу 3,5 сантиметра, вверху 1 сантиметр, ширина тоже 1 сантиметр и две стороны 1,5 сантиметра. И мы так вырезаем, так мы прочерчиваем, так у вас должно получиться в виде ромбика. Теперь мы обклеиваем все эти детали и берем наши полосочки, и по этой детали мы аккуратно выгинаем и приклеиваем, и делаем точно так же два крыла. И потом их приклеиваем к нашему самокату. Я сейчас приклею и обклею. Вот я их обклеила и собрала. Теперь я их буду приклеивать на наш самокат. Вот я уже приклеила крылья. И так у меня получилось. И теперь мы наш самокат декорируем. Как вы захотите, на ваше усмотрение. Я сейчас его буду декорировать. Такой самокат у нас получился. И теперь ваши куколки могут ходить на прогулку и кататься на самокате. Ну что ж, если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, делитесь моим видео в социальных сетях и также смотрите плейлисты с моими мастер-классами. Всем удачи и хорошего настроения! Буду очень рада новым друзьям! До новых встреч!